Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас корейский уход, рубрика «Ванна у Светланы». Очень интересные продукты от Style Korea. Итак, поехали. Пришла посылочка прямиком из Кореи, девчонки. Это уходовая косметика, очень много уходовой косметики с сайта Style Korean. Давайте вместе открывать и тестировать. Так, все упаковано, очень много пупырки. Посылка шла издалека. И здесь много-много, очень много интересных, девчонки, продуктов разных линеек. Несколько направлений. Что-то уже тестировали, да, вот из этой линейки Хемиш у меня было средство, точно помню. Вот у нас еще с вами Хемиш, это достаточно известные корейские бренды, очень классные, очень крутые, и на Style Korea по скидкам можно взять их очень дешево. Патчи гидрогелевые, тоже из линейки Хемиш, классная штука. Так, что у нас еще из Хемиш, сейчас поищем, будем по порядку. А вот Хемиш, так. Девчонки, это тушь. Будем с вами тестировать. Тоже бренд Хемиш. У них тушь вышла. Здорово, вообще отлично. Смотрите, большой такой флакончик. И сейчас с вами откроем, посмотрим кисточку. О, какая изогнутая, фокус. Изогнутая, не силиконовая. Очень интересно, потестим. Так, что дальше? Джамиса тоже этот бренд тестировала. Очень классный уходовый бренд. Это у нас с вами сыворотка. Здесь на упаковках ничего по-русски нет, кстати. Поэтому только вот в карточке товара, описание и так далее. Так, Джамиса еще. Это у нас с вами что? Что? Сейчас выясним. Это тоже, девчонки, сыворотка. Будем с вами тестировать, когда все. Я подробно почитаю, что от чего, и вам расскажу. В стекле. Так, у меня уже коробку кто-то стырил наглым образом вообще. Дай коробочку маме. Дай скорей. Так, это Бентон тоже тестировала этот бренд. Очень классный. Вот, очень-очень классный. Так, это у нас эссенция. Дальше. Тоже Бентон, их коробочка. Коробочка экологичная. Я, по-моему, припоминаю, что этот бренд, он как эко. Так, это крем вокруг глаз, для кожи вокруг глаз. Дальше. Большая зеленая коробочка. Это у нас... Ой, она как-то классно открывается, судя по всему. Сейчас, девчонки, где тут? Где? Где название бренда? А, это Пуйкен Юл, по-моему, как-то так. Я все потом вам подробно расскажу. И это у нас что с вами? Скорее всего, крем, наверное, сейчас откроем. Это пенка. Это пенка, вот такая вот классная, будем тестировать. Так, поехали дальше, коробку, которую у меня стырила Крис. Это крем-баттер из этой же серии, от этого же бренда, вот такой. Так, дальше поехали. Это у нас с вами Алклен, это Хемиш тоже. Это Хемиш, наверное, умывашечка, я так подозреваю. Так, сейчас открою, посмотрю. Да, это, наверное, гель для умывания. Вот так он выглядит. Красиво. Так, дальше. Такабо из этой серии у нас с вами. Санскрин. Санскрин 50+. Такабо. Так, еще Такабо. Еще один санскрин 50+. Еще вот эту линейку Эко я не тестировала. Mary and May. Кто пробовал, девчонки, пишите. Это тоже санскрин. Эко-упаковочка такая красивая. Вот тут причем, смотрите, как интересно сделано. Все с вами рассмотрим, все посмотрим, все изучим. Так, дальше. Из бренда в зеленых коробочках тонер у нас с вами. И сыворотка. Тонер и сыворотка. По-моему, у меня уже тоже такие были. Очень нравились. Так, это у нас с вами Бентон, и это тоже санскрин веганский. Классные упаковки такие, на ощупь тактильные. И вот это Mary and May, тоже классная прям вот эко-упаковочка. Сейчас любят корейцы тоже направление у них такое на экологическую косметику. Это серум у нас с вами, сыворотка. Так, и последнюю коробку достаем. Это у нас с вами Джамиса. Это тоже серум. Сыворотка All Day Vitamin. У них в основном вся косметика у Джамиса, она идет такая вот на направленность. Там большое количество витаминов в составе. Так, ну вот эту серию мы с вами уже тестировали, поэтому я ее откладываю пока. И вот этот крем тоже мы с вами тестировали. Он очень классный, у него очень крутой состав. Он действительно баттер, он такой розовенький, у него обалденная одушка и все супер. Вот эти все вещи мы уже с вами тестировали, кроме пенки. Поэтому я вот это откладываю. И сейчас мы с вами пойдем тестить умывашку.
Мы с вами будем тестить сегодня какой-нибудь обязательно санскрин. Да, какой-нибудь санскрин обязательно. И мы с вами потестим, обязательно тушь посмотрим, как она себя ведет. Дала себе вот эти средства на утренний уход. Сейчас про них все вам подробно расскажу. Это у нас Хемиш умывалка, Хемиш патчи. Бентон у нас с вами крем с SPF. Сыворотка Mary and May, тушь. И Mary and May — это у нас с вами... Я так поняла, бумажка, я неправильно сказала, что это санскрин. Санскрин — это там только два. Сейчас я все почитаю, все вам расскажу и приступим к уходу. Ну что, девочки, приступим. Начнем мы с вами с пенки для умывания. Это не гель, это пенка. Вот в таком формате. Очень большой, кстати, объем. Пенка для умывания Chemical Clean Green Farm. Прекрасно чистит поры от пыли, грязи, остатков декоративки. Все понятно. Гелевая текстура, экономичная. Так, обильная пенка должна формироваться. Средство слабокислотное с pH 5,5 и 6, что позволяет восстановить естественный баланс верхнего слоя кожи. Так, ага. По сути, pH – это пленка на поверхности кожи, которая состоит из отмерших клеток и выделений сальных потовых желез. Так, пленка препятствует испарению влаги с кожи, не дает размножаться на поверхности кожи бактериям, другим микроорганизмам. Здесь экстракт центеллы, который помогает стимулировать синтез коллагена, усиливает микроциркуляцию крови в дерме, борется со свободными радикалами, в общем, как анти-эйдж пенка тоже, ускоряет регенерацию клеток, разглаживает морщины, придает коже упругий, свежий, подтянутый вид. Тестируем. Запечатана у нас с вами пенка, приходит зафольгирована вот так. Сейчас немножко смочу свое лицо и руки и будем смотреть. А так, действительно, довольно упругий продукт, гелевый, но очень-очень плотный, то есть не стекает. Так, наношу на мокрую руку небольшое количество. Давайте пробую вспенить в руках. Ой, правда, большое количество пены сразу наношу на лицо. А дошка еле уловимая, знаете, такая зелененькая, вот прям еле-еле уловимая. Могла бы использовать свою щеточку, которую пользуюсь на ежедневной основе, но тогда смажется эффект. Хочется понять вот именно так, без щеточки, еще воды хочу. Пенится очень хорошо, в этом плане все отлично. Помассируем. А душку вот практически не слышно, вот принюхиваться, когда будешь, то да, а так нет. Очищаем свое лицо. Это у меня сейчас утренний уход, поэтому с вами выберем другие продукты, сделаем вечерний уход. Так, все, смываем. Слушайте, очень хорошее, достойное очищение. Вот прям понравилось. Чисто-чисто, до скрипа, но не возникает такой необходимости чем-то срочно кожу увлажнить. Хоть и до скрипа, но не пересушено. Очень классный уход, мне прям понравилось. Вообще все супер, все здорово. Так, дальше у нас с вами будет масочка, девочки. Это масочка. Это масочка Mary May. Вот так она выглядит. Это успокаивающая глиняная маска для лица с экстрактом центеллы и чайного дерева. Так, ровный тон, увлажнение, питание, себум, контроль. Мне кажется, вообще сейчас на лето это очень круто. Уменьшение видимости капилляров, то есть как капилляропротектор, да, что-то есть в составе. Матовость кожи, ровный рельеф для всех типов кожи. Класс, давайте тестировать. Вот это очень интересно. На самом деле у меня такой маленький объем, она в разных объемах продается. Очень красивый дизайн вообще вот этой серии. Прям очень. Все так экологично, так здорово. Так, масочка зафольгирована была. Наносим ее с вами на лицо. Такая вот она. Похож по цвету на сам флакончик. Ну, глина-глина, да, немножко с таким ментоловым оттенком. Такая плотненькая. И есть очень мало частичек каких-то. Очень мало. Аромат безумно классный. Какой-то травянисто-жасминовый розовый. Средне так выражен. Себум контроль вообще класс. Сейчас, если моя кожа в лето не перейдет в жирную, то это будет вообще супер. Слушайте, здесь есть частички, то есть можно помассировать потом еще немножко лицо, пока маска побудет на коже. Можно помассировать. Составы очень классные. Я почитала уже состав, но я вам ссылки оставлю. Там какие-то товары продаются на Озон, какие-то товары продаются на ВК. Да? Никто ничего в ВК еще не покупал? Я пока нет. Кстати, теперь у ВК есть тоже магазин, такой интернет-магазин. Вот, можно посравнивать, полазить цены, посмотреть на самом сайте Style Korea. У них часто бывают различные акции. Можно очень классный корейский продукт взять прям за копейки. Так. Ну, я таким достаточно плотным слоем нанесла. Она такая вот
Сама по себе плотная тоже, глиняная-глиняная. Вот так. Но на веки я тоже не нанесла. Я не буду дожидаться засыхания, нам это с вами не нужно. Пересушивание. А вот так прикольно. Так, все, мои хорошие, ждем 15 минут, а может и поменьше, если начнет высыхать, вернусь пораньше. Ну что, мои хорошие, масочка подсохла, но и стянула, кстати, местами стянула. Прям чувствую, как веки натянулись наверх. Смотрите, вот, видите, вот, но вот так делать нельзя, как я не делаю. Так, смываем. Что по факту? Смылось легко, хорошо, несмотря на то, что там частички. Я такие маски сначала размачиваю сильно смоченным спонжем над раковиной, над ванной, а потом спонжем убираю остатки. По факту, девочки, очень чистая матированная пора. Кожа. Поры очень сузились. Они очистились и сузились. Вот прям классно. Матирование прям супер-пупер вообще. Это у меня маска будет любимой на жару. Прям на лето буду беречь ее. Обалденная. Сколько она у нас вскрытая может быть? Сейчас посмотрю на коробочке. Вскрытая. Не вижу значка. Здесь 30 миллилитров. Не вижу что-то, девчонки, сколько вскрыто. Ну, полгода, я думаю, точно может. Я надеюсь. Так, дальше у нас с вами сыворотка от Мэри Мэй. Мэри Мэй. Класс. С ниацинамидом и экстрактом айвы. Осветляющая против пигментации, девчонки. Так, что у нас по сыворотке? Она высокая. Интенсивная формула витамина В3 выравнивает тон кожи, повышает упругость кожи, придает естественное сияние. Дерматологически проверенный продукт. Эффективно при акне, постакне и пигментации. Вот то, что нужно, то, что доктор прописал. Экстракт айвы 93%, 2% витамин В3 и аргинин. Слушайте, вообще состав шикарный. Просто шикарный. Аргинин тоже классная вещь. Выравнивает тон, замедляет процесс старения, разглаживает морщинки. То есть против пигментации, анти-эйдж, выравнивание тона и рельефа. Акне, постакне. Основная направленность этого продукта. Открываем. Что ж, коробочки-то хорошие, девочки. Прям хоть оставляй. Смотрите, какая красота. Еще вот тут вот этикеточка такая эко. Вообще супер. Стекло. Стеклянный флакончик. Большая пипеточка такая. И... сыворотка у нас такая, немножечко оттеночек имеет. Видите, такой вот персиковый, что ли. Слушайте, плотный продукт, не течет. Вот так прям капельками на лице и остается. Себорегуляция, по-моему, там тоже заявлено. Приятная фруктовая душечка, вот как раз персик, наверное. Такая легенькая, фруктовая, очень приятная, еле уловимая. Наносим сыворотку с вами. А когда распределяется по лицу, нет вот этого, знаете, как бывают корейские сыворотки с муцином улитки. Никакой липкости, никакой тяжести вообще нет. Она очень легкая, вот она безумно легкая. Она превращается в водичку, моментально, смотрите, кожа преображается, она увлажненная. Она совсем не тяжелая, это прям вот тоже будет любимым продуктом на жару. Я прям это чувствую. Совсем не тяжелая, но в то же время действительно есть сияние, есть выравнивание тона, которое прям практически моментально. Слушайте, швок. Вообще отличный продукт корейский. Если вам не подходят корейские продукты, как девочки пишут, да, там вот нашей европейской коже можно не подходить. Вот это точно подойдет. Вот точно. Никакой липкости, ничего нет. Она легенькая, но в то же время моментальное увлажнение. С таким вот внутренним сиянием. Потрясающая сыворотка. Мне безумно понравилась, девчонки. Так, дальше. Я всегда обычно поверх сыворотки надеваю, как вам нравится, патчи. У меня они были уже. Это патчи у нас с вами с болгарской розой. По-моему, если я не ошибаюсь, сейчас я найду информацию. Гидрогелевые патчи на основе болгарской розы. Да, они у меня уже тоже были. Это, по-моему, первая посылка от Style Korea была вот как раз, была вот эта серия Hamish. Там же был этот крем классный, баттер потрясающий просто. Так, за нежной кожей упругость, эластичность, снимают отеки, выравнивают тон лица, увлажняют и питают кожу. Гидролат. Здесь у нас с вами болгарская роза. Тот крем, он тоже с болгарской розы. Это вся серия вот такая. Она именно с этим продуктом. Тонус. Омолаживающий, противовоспалительный, устраняет сухость, шелушение. Аденозин, ниацинамид. Разглаживает морщинки, осветляют темные круги под глазами. Придают коже отдохнувший вид. Так, усиливают впитывость полезных компонентов. Ну вот, то есть, почему я как бы все патчи всегда наношу на сыворотку. А крем уже свой уходовый дневной, сейчас он, как правило, всегда с SPF, после патчей, на 20-30 минут. Я минут 20 обычно всегда все патчи ношу. Ложечка в комплекте на крышечке у нас с вами. И смотрим. Они вот такие безумно красивучие, большие, очень большие, с перламутром. То есть, они такие блестящие. Достаем.
Их здесь 60 штук, если я не ошибаюсь, девочки. Я сейчас посмотрю. Такое ощущение, что их здесь гораздо больше. Это плотный гидрогель. Он прям такой плотный-плотный. Сами патчи толстенькие. Я вот две штуки захватила. Сыворотки очень много. Она такая вот по ощущениям тактильным очень питательная. Сейчас мне надо два разделить. Они у меня прям в руках тут заползлись. Я всегда наношу патч круглой стороной внутрь, узенькой. Смотрите, какие большие, на пол лица. Вот это я понимаю патчи, вот такое дело я люблю. Это на мое большое лицо, на пол лица. На ваше, если оно у вас маленькое, будет на все. На лоб налепил, сейчас на лоб налеплю тоже на свою морщину. И прям вот. Класс. Сейчас еще на лоб один. Все морщины мне там прям прикроет. Так. Патчи классные, я их помню, девчонки, мне очень они понравились. Патчи рабочие, их тоже на сайте Style Korea или на маркетплейсах, на Озоне они есть, посмотреть можно. По скидкам взять очень бюджетно, дешевле, чем патчи Faberlic. Огромные, классные, смотрите, вот на весь лоб, все мимические, межбровку и мою вот эту длинную, все можно прикрыть одним патчем. Вообще шик, блеск, красота. Вот здесь еще два, если налепить, то все прям вообще на все лицо. Гидрогелевая масочка у нас с вами получается. Пока с патчем ходила, успела уже волосы посушить, снимаем. Они никуда вообще не съезжают, девчонки. Это просто сказка. Допустим, патч Faberlic мне надо раза, ну, два, а иногда и три поправлять. Здесь не съезжают никуда, несмотря на то, что они такие большие и увесистые. Изначально, когда их снимаешь, они уже такие вот прям тоненькие-тоненькие. Классно. Что по факту? По факту все отлично, слушайте. Менее заметна моя вот эта вот лобная горизонтальная морщинка. Надо заняться, убрать ее массажем. И все напитано, увлажнено, и как-то кожа вокруг глазок, знаете, такая свежая. И, ну, синяки менее видны. Вы их, наверное, не видите, но они вот все равно легкие есть. Есть, потому что спать много не получается, как ни крути. Так, дальше у нас с вами крем SPF. Санскрин 50+. Эко-коробочка такая тоже. Это у нас уже бентон, солнцезащитный крем. Легкий для лица и тела. Его можно использовать, да, 50+. Что он у нас? Легкая текстура, без следов, защита от УВА и УВБ. Надеюсь, я правильно назвала. Компонента центелло-азиатская. Успокаивает, восстанавливает кожу. Пантенол у нас есть в составе. Увлажняет, заживляет, снимает раздражение. Экстракт солодки, улучшение тона и противовоспалительное действие. Витамин Е, антиоксидантное действие, питание и увлажнение. Интересно, он у нас с вами голубого оттенка. На Озон есть зеленый такой, даже зеленоватый. Мне кажется, как коробочка практически. Будет, сейчас посмотрим. А за счет натуральных компонентов увлажняет, успокаивает, легкий запах розмарина без искусственных одушек, легкая текстура, быстро впитывается. На самом деле, если это все так, то это очень круто. У нас здесь с вами 50 мл. Классная коробочка. Кстати, коробочку, если разорвать, там много полезной информации, но я подозреваю, что на русском тоже ничего нет. Вот в карточке Озон описание есть, все подробно. Вот так выглядит санскрин, вот в таком вот он плоском тюбике. 12 месяцев открытый может быть, что вообще классно на самом деле. То есть хватит. На год это очень хорошо. Многие средства только полгода. Откручиваем крышечку. Здесь тоже все заследировано, все достойненько. Правило двух пальцев мы должны соблюдать. То есть длина двух пальцев, и тогда у нас защита с вами сыграет. Я попробую сейчас, конечно, девчонки, первый раз. Вот именно по правилу двух пальцев. И полоса должна быть толстая. Но я прям толстую полосу боюсь делать. Да, он такой зеленоватый, мятного оттенка. Одушки практически никакой нет. Она действительно натуральная, очень... Похоже, да, на... Вообще почти не чувствую. Вполне возможно, что это розмарин. Вот так мы наносим. Вообще по текстуре он легенький. Знаете, он... Вот, сейчас чувствую одушку, да, розмарин. Он прям легенький, вообще легенький. Нет вот этой вот плотности пока, вообще не чувствую. Вот распределяю его на коже, но не чувствую. Обычно 99% кремов, да, не учитывая мой последний, они сразу ощущаются на лице. Они прям сразу. А тут как-то вот он начинает таять. Пока не чувствую его. Хотя столько много нанесла, пока вообще не чувствую. Как следует. Пока, естественно, блещу. Сейчас посмотрим, когда он впитается. Но он не тяжелый. Он легенький, он действительно легенький. Не сравнить с 50-ками, там, Faberlic-то уж точно. Так, распределили как следует. Она с вами работает как защита и как дневной крем. Много полезных компонентов в составе, хорошеньких, да? Пока вот есть такой блеск, но начинает уже пропадать, да, как было в начале и как сейчас. Сейчас минут через, не через 10, а через 30, мы через 20-30 уже с вами посмотрим, когда будем тестировать, тоже делать макияж, потому что по-хорошему после нанесения санскрина должно пройти 20-30 минут, прежде чем наносить косметику. Конечно, если вы не будете трогать кожу лица, и вам только надо глазки накрасить, реснички,
Да? Ну, в принципе, я думаю, тени тоже можно, потому что на веках я пигментных пятен еще не встречала, да? В принципе, глазки можно накрасить, я думаю, и ну, в путь тоже нельзя. Вот рекомендуют все-таки 20-30 минут, а потом выходить на улицу. Поэтому я сейчас похожу минут 20, может, даже 15, и будем с вами делать макияж. Девочки, слушай, ну 10 минут прошло, я уже тени нанесла, и все отлично. Вот все отлично, очень классный санскрин, легкий, с 50 защитой, вообще классно. То есть все отлично, вообще практически не ощущаю на лице его. Увлажнение чувствую, липкости никакой, много мы с вами нанесли. Прям вот супер, мне очень нравится, смотрите. Буду носить весь день, конечно, вечером вам все покажу. Сейчас немножечко кушона, осел, прям чуть-чуть. Под глазки, на крылья носа, где у меня... Бывают такие легкие покраснения, уже тени нанесла, сейчас нам с вами тушь одна останется, и все. Кушон мой запретил долго жить, уже все, кончилось, надо другой открывать. Прям остатки сладкие. Ну и все, теперь тушь. Тушь у нас с вами Хемиш, Дейлисом, Смюдж. Не буду коверкать язык, Хемиш. Незаменимый назон тоже есть, незаменимый, по-моему. Если не ошибаюсь, может быть, и ВК. Средство для создания безупречного макияжа, более выразительный взгляд, эффект накладных ресниц. Как я люблю, сейчас посмотрим. Так, является уникальная форма кисточки, изгиб, прокрашивать каждый волосок, заворачивать реснички, зрительно удлиняя их. Натуральные пигменты, которые не осветляют кончики, восстанавливают структуру ресниц, то есть она у нас еще и ухаживающая. Это тоже классно. Укрепляет реснички, устойчивы к внешним факторам они становятся. Так, тушь не осыпается, не оставляет следов под веком. Легко наносится, распределяется, текстура плотная, без комочков и склеивания ресниц. Погнали. Пробуем коричневый флакончик, такой тоже приятный, тактильно. Тушь выдает достаточно много продукта, хочу я вам сказать. Я такой люблю. Сейчас посмотрим. И кисточка довольно маленькая сама по себе. Ой, как здорово с первого раза удлиняет. Девочки, что-то как-то быстро только прикоснулась, они уже длинные. А еще помним про то, что каждой туши надо раскраситься, дать время. Вау-вау-вау. Она сама по себе такая не очень длинная кисточка, достаточно удобно в уголках прокрашивать. Прям удобненько. Слушайте, пока здорово. Вот первый слой. Объема не вижу, вижу удлинение. Именно удлинение. Пока не вижу. Посмотрим, как наслаивается еще будет. Удлинение действительно крутое, подкручивание крутое. Сейчас посмотрим, как быстро засыхает. От этого, в принципе, зависит, как она будет наслаиваться у нас с вами. Действительно, подкручивает классно. Так, сейчас второй глазик накрашу. Знаете, кто хочет создать естественные реснички, тоже можно. Вот смотрите, еле касаясь тушью, немножко подчеркнуть их. То есть для естественного макияжа она очень хорошо тоже подходит. Прямо три касания, все. Один слой готов. Теперь посмотрим, как она у нас с вами будет наслаиваться. И можно ли это сделать прям сразу. Ну, вроде наслаивается. Я смотрю, так они уже подсохли по ощущениям. Ага, наслаивается хорошо. Пока нравится. Я, конечно, люблю, чтобы было и объем, и удлинение, но это прям вот чисто удлинение, но с вау-эффектом. И изгиб. У меня вообще ресницы, они прям... Ой, как классно сейчас со второго слоя изгиб получается. У меня ресницы, они вообще прямо растут вот так. Поэтому их загнуть далеко не каждая тушь может. Быстро высыхает. Слушайте, вот сейчас смотрю, прям высыхает быстро. Она у меня с таким изгибом век касается, они, ресницы. Ну и комочков вроде нету. Со второго слоя вот склеились, только вот разодрала. Тут у меня одна ресница на этом глазу, хоть вырвать ее, все время из строя выбивается. С ней тоже не каждая, вот видите, вот она. Вот эта зараза, она у меня всегда выбивается из строя. Вот эта тушь ее не фиксирует, к сожалению.
Она длинная еще, ее видно, она бросается в глаза. Я ее прямо так с нее тушь потом снимаю, чтобы она так в глаза не бросалась. Уже вот сколько лет она у меня, никак не выпадет. Другая бы на ее месте выросла. Два слоя, девочки. Класс. Мне нравится. Измазюкалась. Вообще красота. Сейчас второй глаз. Хотя все-таки нет, объем тоже есть. Я так подумала и решила, глядя на второй глаз. Шик. Мне пока очень нравится. Что-то у меня нижний. Надо еще подкрасить на этом глазике. Мне очень нравится. Она быстро засыхает, реально. Она быстро засыхает. Вот они уже практически засохли, но пальцы не оставляют следов туши. Это тоже на самом деле классно. Слушайте, вау, вау, вау. Мама, мама. Что там случилось? Мама. Сейчас перейду, посмотрю. Сейчас, мой хороший. Мама. Я в восторге. Все, вечером вам покажу, как относилась, как санскрин себе на лице повел. Сегодня пойдем на солнышко, достаточно тепло. Не бойся, да. Вот, а пока вау прям. Ну, вот так, девчонки, при естественном освещении выглядит кожа. Уже никакого жирного блеска, ничего абсолютно нет. Все классно, все достойно. И тушь. Хлопай ресницами и взлетай. Мне очень нравится. Если она раскрасится, эффект будет еще больше. Вообще супер. А если она еще в течение дня носится, это будет носится хорошо. Это будет моя новая любимая тушь. Смотрите, как классно. Вообще. Ну что, мой хороший, поздний вечер. По поводу санскрина. Вообще все шикарно. То есть я даже нигде не заблестела. Мы очень долго гуляли на солнце и так далее. Как был, так и остался. Тушь тоже на месте. Не осыпалась нигде, ни грамма. Не отпечаталась ни разу. Вообще все супер, все великолепно. Зачет, просто зачет. Санскрин вообще великолепный. Вот один из лучших санскринов, который я когда-либо в своей жизни пробовала. Он стоит того. Прям советую присмотреться даже девчонкам с жирной кожей. Он вот, знаете, как-то с каждым часом становился все незаметнее и незаметнее. То есть, если сначала был блеск, потом он впитывался, впитывался. К вечеру, в принципе, практически матированная кожа. Вообще все отлично. Суперский санскрин. В следующих роликах у нас с вами еще два интересных санскрина. Один из них стик. А на этом видео буду заканчивать. Давайте вечерний уход с вами перенесем плавненько в другой ролик, потому что и так много наснимали. Да. Ссылочки все актуальные оставляю под роликом. Всех люблю, целую, всем пока-пока.